Видео предназначено только для совершеннолетних. У женщин число половых клеток в яичниках ограничено. Яйцеклетки формируются до рождения и в первые 3 года жизни девочки. Оболочка яичников надежно защищает эти клетки от воздействия практически любых вредных факторов. Но этиловый спирт, будучи отличным растворителем, проникая внутрь яичника, поражает часть клеток, которые в дальнейшем могут оплодотвориться и дать начало новой жизни. И с каждым бокалом алкоголя процент таких пораженных клеток возрастает. И может получиться так, что через несколько лет оплодотворится именно та клетка, которая была отравлена тем самым бокалом шампанского на Новый год. Этот бокал может дать начало больному ребенку с серьезными умственными или физическими отклонениями. Смотрите полную версию фильма «История одного обмана» по ссылке.